День добрый, это Игорь Виттель, парадокс с Игорем Виттелем на волнах Финам.фм. А пишите нам на сайт finam.fm, на странице нашей программы, или звоните нам с телефон студии 65-10-96, код города 495. Беседуем сегодня о российской авиации. Беседуем с моими гостями Романом Гусаровым, руководителем портала авиа.ру, экспертом комитета по транспорту Госдумы, и Борисом Рыбаковым, руководителем консалтинговой компании «Инфомост». Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Роман. И сразу голосовалка. Хотя собирались мы говорить не о безопасности полетов, но тем не менее, пока я так для затравки. Значит, смс на короткий номер 5533. Если вы себя более безопасно чувствуете, летая российскими авиакомпаниями, а если более безопасно путешествие с зарубежными авиакомпаниями, б. На короткий номер 5533. Поехали. Борис, тем много накопилось, про авиацию давно не разговаривали, значит, все такое вкусненькое, как было сказано в известном анекдоте. Давай вот еще начнем. А у нас есть прекрасная история про то, что вроде бы зарубежным пилотам, иностранным пилотам разрешили пилотировать российские воздушные суда. Так это или нет? Ну, насколько мне известно, пока никаких официальных решений на эту тему не принято. В принципе, как ходят слухи, вопрос решается, но решается он в виде введения неких квот на временное разрешение на работу иностранных командиров воздушных судов. В каком-то, именно КВС? Да, в каком-то ограниченном объеме. На рынке циркулирует фирма 200 человек. Цифра. Цифра, да. Но пока никаких официальных бумаг на эту тему я не видел. Роман, 200 это много или мало? Вообще хорошо это или плохо? Потому что там мы с Борисом часто спорили на эту тему. И тему того, что в России не хватает, к сожалению, специалистов, и особенно не хватает командиров воздушных судов, вторых пилотов, поднимали очень часто. Это трагическая история, да, и зачастую человеческий фактор как раз приводит, как мы все знаем, к трагедиям. Но очень многие российские пилоты были против того, чтобы разрешить иностранным пилотам работать на российском рынке. Ну, 200 это для начала немало, но в целом эта цифра не закроет все потребности отрасли. Для Аэрофлота, наверное, на этот год хватит, если все 200 возьмет только Аэрофлот. А подождите, вот сразу, извините, вмешаю. Всегда говорили, что у Аэрофлота с этим делом все хорошо. Именно там первая тройка, Аэрофлот, Трансаэр и ЮТЭР, они на себя забирают. Там Сибирь у нас кто у нас? Ну, первая четверка. ЮТЭР, да. Они на себя забирают всех пилотов, а компании помельче как раз вынуждены довольствоваться менее квалифицированными кадрами, в результате происходит то, что происходит, не дай бог, периодически. Ну, не совсем так. Дело в том, что наша отрасль растет очень быстрыми темпами. Каждый год мы прибавляем 15%, как в прошлом году, а было и 20% в год. А значит, примерно это же количество надо увеличивать количество пилотов. То есть не только возмещать тот естественный уход, убыток, выбытие, то есть пилоты списываются. То есть и Аэрофлот тоже находится в этой ситуации. И у Аэрофлота та же самая проблема, не хватает именно командира воздушных судов, то есть опытных пилотов. Напоминаю, 55-33 короткий номер, а если вы более себя безопасно чувствуете, путешествуя российскими воздушными судами, если зарубежными авиакомпаниями, 55-33, точнее не воздушными судами, а российскими авиакомпаниями, 55-33, а и буква «Б», если зарубежными, на этот момент 100% более безопасно чувствует себя путешествие зарубежными авиакомпаниями. Борис, а какова примерно, я не спрашиваю там абсолютные цифры, относительные цифры зарплат пилотов Аэрофлота и Трансаэра по сравнению с пилотами, скажем так, европейских и американских авиакомпаний, пока не будем брать восточные? Но я хочу сказать, что неправильно здесь говорить об авиакомпаниях первой пятерки. Вообще, насколько я понимаю, средний уровень зарплат командиров воздушных судов, которые управляют западными воздушными судами, примерно одинаковый во всех российских авиакомпаниях. Не только в премьерных, а вообще говоря, во всех. И сколько это? На сегодняшний день, ну, как вы прекрасно понимаете, зарплата летчика состоит из, собственно, зарплаты и платы за налет. Угу. Но осредненно на сегодняшний день на рынке ходит такая информация, что зарплаты КВСов в авиакомпаниях сегодня от 300 до 400 тысяч рублей в месяц. Плюс налет? Нет, это все вместе. Это все вместе. Это все вместе. И
Ну, это примерно соответствует нынешнему уровню зарплат. Значит, вы должны понимать, что исторически в Америке зарплаты экипажей были выше, чем где бы то ни было вообще я в мире. Я это прекрасно знаю. Ну, в силу там определенной специфики. Ну, в общем, мы так по-простому говоря, мы приближаемся к европейскому уровню. Угу. Вот. А, Роман, отсюда следует, что если это произойдет и 200 мест на российском рынке появится, то сюда придут, наверное, не представители, как бы это так помягче сказать, чтобы опять под 282-ю статью не угодить, потому что я честно скажу, что я беседовал с представителями отрасли, да, и когда я сказал, ну и хорошо, наконец у нас там появится, раз у нас такая нехватка пилотов, появится профессионал европейский. Я говорю, да чего, понаберут опять таджиков. Условных таджиков сразу оговорюсь, да? То есть появятся ли гастарбайтеры менее квалифицированные, чем российские пилоты, и займут ли эти места? Верно ли такое опасение? Ну, здесь как бы два посыла. Первое, да, действительно, мы вправе рассчитывать, что в российские авиакомпании будут приходить в первую очередь пилоты из стран ближнего зарубежья, то есть из бывших стран Советского Союза. То, что они будут менее квалифицированы, нет, этого не будет. Этого никто не допустит, и этого просто быть не может. Ну, во-первых, требования к пилотам, независимо от того, какое у них гражданство, по уровню их подготовки, оно всегда одинаковое во всех авиакомпаниях. Есть определенные стандарты. Нет, Роман, о чем же мы тогда говорили все эти годы? О том, что в России, к сожалению, уровень подготовки пилотов падает, и за счет этого и происходит катастрофа. Что выпускать стали меньше, менее подготовленных пилотов, меньше налет, меньше практики. То как же вы говорите, что везде все одинаково? Если было все везде одинаково, не было бы того, что у нас получилось в стране. Ну, вот правильно сказали, меньше налет и меньше практика. Дело в том, что подготовка одинаковая. Но другое дело, что нет опытных пилотов. И не хватает практики. И когда молодежь, действительно, не имея этого опыта, садится за штурвал воздушного судна, а нет рядом опытного плеча, то в экстремальных ситуациях они не могут из-за отсутствия этого опыта и принять правильное решение. Вот в этом это и проблема. Но, между прочим, хочу обратить ваше внимание, что вот три катастрофы, да, которые были шумные, Ярославль, Внуково, Джакарта, во всех трех случаях это опытнейшие пилоты были, с огромным налетом. Так что здесь, наверное, ну, надо что-то, наверное, в консерватории подправить, как говорил Жванецкий. А что именно совсем подправить в консерватории? Есть же выводы МАКа? Скажите тогда, что нужно подправить в консерватории, ну, вот, исходя из этих трех. Помимо нехватки опыта у молодежи, здесь еще есть и, на мой взгляд, некое психологическое давление на самих пилотов. То есть, как мне, как я представляю картину, они недостаточно мобилизованы внутренне, что ли, потому что есть такое ощущение незаменимости, и падает от этого самодисциплина. И поэтому во многих, вот если мы посмотрим, как готовились к взлету в Ярославле, ну ужас, просто как расхлябано, и как-то экипаж так, ну поставим сколько, 8 градусов или 9, ну, 8,5, там, стабилизаторы. То есть так, какое-то как гадание на кофейной гуще. Такое ощущение, что они не знали ни загрузку самолета, то есть никаких выходных параметров. То есть отнеслись к подготовке очень халатно. То же самое, между прочим, и в Джакарте. Очевидно, что экипаж просто невнимательно изучил карту, зону пилотирования перед полетом. Не хотел пока я трогать эту тему, но ладно, раз заговорили, Борис, тогда возникает вопрос следующий. Когда случилась трагедия в Ярославле, в первую очередь говорили не об ошибке пилота, а говорили, это все вот летают на ржавых консервных банках. Люди, я знаю, что это не так, Роман уже отрицательно качает головой. Я как человек с авиационным образованием знаю, что это не так. Но тем не менее, да, мы знаем, что это бытующая в народе расхожая мысль. Правда, да, Борис? Когда случилась трагедия с Сухим, сказали, и опять у них ничего не получилось, сказали с плохо скрываемым, видимо, злорадством. Что происходит вообще с отечественным авиастроением? Ну, мне кажется, что последнее дело злорадствовать на эту тему. И... Но, тем не менее, были люди, которые так поступили? Ну, у нас большая страна, есть разные мнения, есть разные люди. Но... С отечественным авиастроением происходит буквально следующее, что правительство, которое несколько лет назад, может быть, 5-7 лет назад
объявила эту отрасль приоритетной, всеми доступными средствами пытается поддерживать эту отрасль. А тут, надо? Туда идут деньги. Вы знаете, Игорь, это такой вопрос философский, на который... Почему философский? Это исключительно философский вопрос, потому что ответ на него вычислить невозможно. В мире полно хороших стран, которые не имеют собственной авиационной промышленности. В мире полно хороших стран, которые имеют собственную авиационную промышленность. Это вопрос более глобальный, чем просто вопрос экономической целесообразности. Совершенно несложно показать, что экономически целесообразно не иметь собственной авиационной промышленности. И с такой же легкостью можно показать, что целесообразно иметь собственную авиационную промышленность. Поэтому я бы отставил... Об этом после выпуска новостей, Борис. Хорошо. Если не возражаете, вернемся в студию через несколько секунд. Ну что ж, возвращаемся в эфир. Это Игорь Виттель, «Парадокс» с Игорем Виттелем. В студии у меня два эксперта комитета Госдумы по транспорту. Роман Гусаров, руководитель «Авиару», и Борис Рыбак, руководитель консалтинговой компании «Инфомост». Продолжаем беседу российской авиации. На этот момент, кстати, Борис, сейчас я секунду только посмотрю результат голосовалки. Давайте сейчас на... этой части голосовалки остановимся, запустим новую. Значит, две трети считают безопаснее летать зарубежными авиакомпаниями, одна треть российскими. А продолжим по поводу российской авиации. Да, я хотел бы просто закончить мысль по поводу авиационной промышленности. То есть, если наше правительство решило, что нам такая промышленность нужна, то, мне кажется, здесь просто нечего обсуждать. А вот почему? Ну, потому что это такое долгосрочное стратегическое решение. Я хочу напомнить, что европейской авиационной промышленности для того, чтобы восстановить позиции в области гражданского самолетостроения, потребовалось почти 50 лет. А кто у нее тогда был в конкурентах? Американцы. Правильно, у них были американцы. У нас и американцы, и европейцы, а на средних еще бразильцы с Эмбраером, да, канадцы задача, с этим самым. Задача долгосрочная, и здесь правильнее думать о том, как ее эффективно решить, а не о том, нужна ли нам промышленность или нет. Объявлю новую голосовалку. 55-33, короткий номер еще раз, 55-33. Буква А, если вы считаете, что России нужно собственное авиастроение, буква Б, если нет, еще раз. Если вы считаете, что России нужно собственное авиастроение, на короткий номер 5533 вы посылаете русскую букву А, а ежели нет, то русскую букву Б. Извини, Борис, продолжаем. Вот, поэтому процесс будет длительный, мучительный, не исключены ошибки. Вот, но если эту политику проводить последовательно и упорно, то есть шанс, что промышленность эту удастся воссоздать, по сути дела. Кстати, быстро идет голосовалка, и подавляющее большинство считает, что России нужно... Не подавляющее, 100% все считают, что России нужно собственное авиапром. Ну, вот вы ответили как бы на два вопроса. То есть, и я согласен. То есть, решение правительства о том, что нам такая промышленность не нужна, было бы тяжелым таким психологическим ударом по населению страны, которое искренне верит в то, что нам такая промышленность нужна. Это связано с историческими факторами, с культурными факторами. Поэтому главная как бы задача и правительства, и экспертов... Хорошо, считаем, что нужна, но смотрим, что мы сделали. Мы умудрились, мы как бы страна, в целом практически потерять все отечественное авиастроение. Справедливо. И... справедливо, да? А на его обломках что мы создали? Роман, какие модели появились? И какова судьба этих моделей? Я имею в виду сейчас чисто гражданское авиастроение. Я вообще сейчас не говорю о военном. Вот тут мне надо, наверное, было четче задавать вопрос. Я говорю исключительно о гражданской авиации. Ну, Борис правильно сказал. Вопрос ведь в том, насколько эффективно мы решаем эту задачу. Вот если посмотреть на Китай, вот Китай очень эффективно решает свои задачи в области авиастроения. Он впитывает, как губка, все самые лучшие достижения мирового авиастроения и сам учится. Строить современные самолеты. Получается. На сегодняшний день, если мы еще вчера там смеялись, или позавчера смеялись над китайским автопромом, сегодня он уже у нас, мы уже на нем ездим, то сегодня... Вы много знаете людей, которые ездят за рулем китайской машины? Ну, вы хотите, что... Что, Боря поднял руку. Борис. Знает одного человека. Что, серьезно? Одного человека или самого себя? Себя, да.
Что, серьезно? Ну, Volvo. А, Volvo, сделанная в Китае? Нет, нет, принадлежащая китайцам. А, в данном контексте я уж испугался. Ну, тоже. Нет, как бы, а что мы можем сделать? Это же не собственное авиастроение. То есть, если идти по китайскому пути, насколько я понимаю, авиастроение повторило путь автомобильного. Что-нибудь украсть, на фоне, на базе этого сделать, ну и потом немножечко доработать. Не совсем, но в Китае они, например, там организуют производство самолетов Airbus A320, а это хорошая школа. Они учатся современным технологиям. Потом это все будет перенесено на свои собственные разработки. Что и происходит сейчас. Ну, у нас и, тоже наши инженеры делают Boeing, чуть ли не все, что там уже руками наших проектируют инженеров. Да. Но да. Одно дело, а тут нужны рабочие, полные цепи. Другое дело технологии самолетостроения. А объясните мне тогда, Роман, неразумному, почему Владимир Владимирович Путин у нас так долбанул кулаком по столу и с автопромом у нас под стоны производителей Рено переехала, а с авиапромом мне сказал то же самое. Ребят, хотите? Будем у вас покупать, только давайте-ка вот здесь. Авиапром — это такая более сложная среда. Здесь, условно говоря, от отверточной сборки не оттолкнуться. Ее вообще невозможно организовать. Здесь надо начинать с азов, с науки, с материаловедения, с технологии изготовления деталей. Вот, например, что сейчас потихоньку происходит, медленно, не очень эффективно, но все-таки строятся два завода по производству композиционных материалов. А где наши кадры-то все? Кто на Боинге работает, кто вообще уехал, кто, к сожалению, умер уже. Кадры-то наши где? Время идет. Новому, к сожалению, ничего не... Или можно считать, Борис, там, Сухой, это российский самолет? Удачный российский самолет? Ну, это, конечно, российский самолет. Какой же еще? Ну, все-таки там много чего было блоками, как и принято в мире, заимствованного, куплено у других. Игорь, да? Ну, ты правильно говоришь, как принято. Сегодня национальных самолетов нет. И... практически 100% аутсорсинговая схема создания 787-го, американского как бы самолета, в кавычках, хорошая тому иллюстрация. Там количество агрегатов реально... Made in USA? Да, произведенных в Штатах есть несколько. Но мало. Но вообще говоря, мало. Вот поэтому это же в равной степени касается европейского продукта. И я думаю, что в исторически обозримой перспективе национальных самолетов не будет, конечно. Потому что их нет ни в Бразилии, их нет в Канаде, их нет в Китае, их, в общем, и не может быть у нас. Если мы считаем Сухой российским самолетом, считаем ли мы его удачным самолетом? На этом этапе невозможно сказать. Самолет можно считать удачным после того, как реально налажено его массовое серийное производство. Ту-204 мы считаем удачным самолетом? Невозможно его считать удачным самолетом по той простой причине, что фирме-разработчику и заводу-производителю не удалось наладить массовое производство этих машин. И в такой, в нормальном... Слушайте, ну, давайте называть вещи своими именами. Если Boeing или Airbus производят по 36-38 узкофюзеляжных самолетов в месяц, это называется серийное производство. На сегодняшний день произведено за сколько лет? За 10. За какие 10? 20. За 20, почти за 30 лет. Ту-204 осваивать начали в 80-е годы в Ульяновске. Произведено полсотни самолетов, из которых первые 12 все уникальные, все разные. Это не производство. А, внимание, значит, сейчас я... Наверное, остановлю эту голосовалку. Она уже бессмысленна, потому что все считают, 100%. Что нам нужен 100%. Ну, и проголосовавших прекрасный много. Прекрасный ответ. Я попрошу сейчас, да, остановить эту голосовалку. Мы запустим новую. Одновременно с вопросом. Роман, а не считаете ли вы, что против российского авиапрома ведется серьезная как лоббистская борьба, так и информационная война? И я хочу, чтобы мы сейчас... Когда продюсер вернется в студию, я вот попрошу, чтобы мы это остановили и запустили заново. Да, пока отвечаете. Я это не исключаю. То есть я не могу доподлинно, да, утверждать, сказать да или нет. Ну-ка, по ощущениям, по ощущениям. Да, по ощущениям. Вот объявляю новую голосовалку, значит, эту остановили, да, сейчас прошу прощения. Значит, 100% у нас уже понятно при достаточно значительном количестве проголосовавших. А теперь так, на короткий номер 5533. Если вы считаете, что против российского авиапрома вернется лоббистская информационная война, на короткий номер 5533, буква А,
если нет, на тот же короткий номер 5533, тоже русская буква «Б». Простите, Роман. Вот, но, честно говоря, создается ощущение, конечно же, западный авиапром явно не заинтересован в том, чтобы России какие-то проросли ростки, да, будущего величия, но у меня создается впечатление, что больше вреда нашей авиационной промышленности наносит само правительство своими, мягко говоря, необдуманными действиями. Ну, взять даже ситуацию, да, вот оставим, допустим, сам авиапром, да, как таковой, возьмем гражданскую авиацию, как отрасль. Что происходило? Ввели запретительные ввозные пошлины на иностранную технику. Свои самолеты не поставляли, не производили. В это время инфраструктура в том числе лизинговую тоже, компании загибались, да, деньги дорогие, то есть сделали все для того, чтобы покупатель умер. Сам по себе. Сегодня региональные авиакомпании уже не в состоянии что-либо приобрести. Сейчас, когда прошло, ну, скажем, за 10 лет, можно было, в принципе, настроить, ну, пусть не самых совершенных, но хоть каких-то отечественных региональных самолетов. Были разработки и есть, в принципе. Либо давайте сделаем так. Знаете, как был этот неприличный старый анекдот, либо туда, либо сюда. То вот это ваше туда-сюда, оно раздражает. Либо мы говорим, все, ребята, у нас нет больше российского авиапрома, вот хотите эти самые канадские самолеты закупайте, хотите бразильские. Вот наша задача не российский авиапром, а региональная авиация. Наша задача, чтобы у нас были свои перевозчики, а не свой авиапром. Замечательно, пожалуйста. Все, решили? Решили. Тогда, типа, без пошлин, пусть возят, наоборот, льготы даем. Нет же. То туда, то сюда. То нам нужен авиапром, то нам нужны свои перевозчики. То нам нужно все вместе. То ни то, ни другое нам не нужно. Как это происходит вообще? Ну, вот и вот то, что сейчас, вроде бы благие намерения, и правительство говорит, а давайте мы теперь будем субсидировать приобретение региональных самолетов. Но что осталось нашим авиакомпаниям? Только приобретать западные. То есть наше правительство еще и субсидирует теперь приобретение западных самолетов. Я не знаю, дав свои отечественные. Я просто не знаю, вот с чего вообще я заговорил, да, о информационной войне. Я не знаю, насколько это правда или нет. Там, на Ту-204 я несколько раз летал, на Сухом не довелось, но... Подавляющее большинство моих знакомых, услышав, что рейс выполняется Сухим, вообще уходит с регистрации, да, если в последний момент подменяется самолет. И никогда не летят, если как бы... И у меня есть ощущение, что это не то, что имеет отношение к действительности, а то, что сознательно промывается прессой. Я не знаю, сознательно, несознательно, но вброс явно информационный я чувствую. Не знаю, может быть, это паранойя. Но, как говорит американская поговорка, даже если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят. Борис, есть или нет? Я никогда, ну, я скажу так. Две трети проголосовавших, кстати, считают, что есть. Напомню, 55-33, буква русская А, если вы считаете, что есть информационная лоббистская война против российского промо, 55-33-Б, если нет. Я ни разу не сталкивался, честно скажу. Я за годы своей консультационной деятельности имел в качестве клиентов, так скажу, большинство западных компаний, которые занимаются гражданской авиационной промышленностью. Ни разу не сталкивался ни с такого рода деятельности, ни в области лоббизма, ни в области пропаганды. Поэтому я бы здесь этот фактор бы, честно говоря, ну, в число таких высокоприоритетных бы не ставил. Две трети, кстати, у нас считают, что есть. Ну, я еще раз хочу сказать, что у меня как бы здесь знание, а не ощущение. Ну, это после выпуска новостей, если не возражаете, буквально через пару минут вернемся в студию. Ну что ж, возвращаемся в студию, это Игорь Виттель, Парадокс, с Игорем Виттелем и finam.fm на странице нашей программы. Пишите нам, либо звоните 651099-6, код города 495, беседуем о российской авиации. А у нас звонок в студию, здравствуйте. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Вашего гостя, кажется, Роман зовут. Как? У меня два гостя. Один Роман, другой Борис. Вам какой больше нравится? Да, мне оба одинаковые, я с ними практически не знаком. Который сказал версию о теме необдуманности действий правительства. Это был Роман, да. Просто хотел прокомментировать. Я как-то вспомнил, послушав его слова, статью генерала Дроздова. Есть такой у нас патриарх еще советской безопасности. Он делился впечатлениями про посиделки в кафе с одним американским коллегой, когда два пенсионера сидели, отдыхали. Ну и американский генерал ему сказал, говорит, вы русские хорошие ребята. У вас есть, несомненно, успехи.
Ну, вы, мягко говоря, обалдеете, когда вы знаете, кто у вас на нас работает. То есть вы считаете, что засели вредители? Я, кстати, абсолютно с вами согласен, и мой любимый депутат Евгений Федоров, который считает, что вся дуба куплена, включая его американцами, я полностью с ним согласен. Да зачем все? Ну, конкретные нужные люди. Интересы все равно идет. Спасибо, Виктор. У нас на связи Геннадий. Геннадий, здравствуйте. Сейчас послушаем. Здрасте. Здрасте. А можно приемчик потише сделать, чтобы... Да, передача у вас очень интересно идет. Я вам в двух словах хочу сказать, чтобы не задерживать прямой эфир. Я вообще по образованию инженер, электромеханик, электрооборудование, летательных аппаратов. И так изнутри я видел частично всю эту промышленность авиационную. Ну, как сказать, изделия ее. Я не буду говорить, что там я был в масштабном все это видел. Смысл какой, вот просто, на мой взгляд. Я простой инженер, ну, по образованию. Был техником по обслуживанию там каких-то электрооборудованных аппаратов. И вот я могу просто сказать мое личное мнение, что вот эта вся промышленность, у нее нету, скажем так, ну, прародителя, как вот был человек, как типа Циолковского, кто ее ведет. Потому что все попытки, вот то, что создать в КБ что-то такое более-менее приемлемое, ну, невозможно совершенно. И вот мое личное мнение изнутри просто, как я это вижу, все будет все то же самое, что было с нашей советской электроникой, советским автомобилестроением, и будет то же самое с самолетами. А простите, а было с какого момента? У нас же ну, до какого-то знаете, момента были, ну, про российский автопром говорить не буду, как там было вместе встречи изменить нельзя-то, про маму твою не скажу, не знаю, папаша Шнифер был известный. Про российский автопром говорить не буду, а авиапром-то все-таки был, и военный-то у нас все-таки есть. Да я не спорю с этим, что он был, но видите, какая ситуация. Вы считаете, момент... что возродить невозможно? Коротко, я думаю, вы знаете, скажем так. Да если... или нет, возможно или нет? Если человек такой найдется, ему будут даны соответствующие полномочия. Это должен быть инженер-конструктор, ну, скажем так, с большой буквы. Спасибо большое, Геннадий, спасибо большое за ваш звонок. А у нас на связи, мы немножко сейчас от серьезной темы отвлечемся, потому что в российской авиации тут еще одно было прекрасное развлечение, и оно продолжается. С нами на связи Петр Борисович Шелиш, представитель Союза потребителей России, с которым я хочу поговорить на тему о запрете употребления и проноса на борт алкогольных напитков. Петр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Давно вас не слышал. Я сегодня с удивлением узнал, что вы даже в бизнес-классе хотите запретить. Подавать алкоголь. И откуда вы это узнали? Прочитал в одном из журналов, Петр Борисович. Иначе бы не стал вам звонить с таким вопросом. Нет, это еще далеко от истины. Но мы проводим вот среди членов Союза потребителей, руководителей региональных наших организаций, не только региональных, мы проводим такой опрос, в котором у нас включены, наверное, полтора различных мер, которые могли бы как-то поспособствовать улучшению ситуации в части вот этих пьяных дебоширов, которые ставят под угрозу жизни и здоровья людей в рейсах, авиарейсах. Бывает это не только в авиарейсах, но и в поездах дальнего следования, и в дальних автобусах. В общем, бывает много всякого в нашей стране. И мы обсуждаем возможные меры. Среди них есть и то, что вы назвали. Запрет на продажу крепких напитков. Не продажу, а... А продажу у нас уже давно в аэропорту не продают крепкие напитки, насколько я понимаю. Нет, ну что вы... Только в дьюти-фри. Нет, в ресторанах не подают. Дьюти-фри человек покупает в запечатанном пакете, берет с собой на борт самолета, и после этого, в общем, ничто ему не препятствует этот запечатанный пакет вскрыть, бутылочку открыть. Ну, во-первых, запрещено это, на самом деле, приносить и распивать это в любой авиакомпании. Петр Борисович, у меня к вам тогда другой вопрос. Вот Борис не даст соврать, по-моему, годы... 4-5, наверное, назад. У нас, если помните, ФАС и вообще наша власть добилась от того, что российские авиакомпании, точнее вообще все авиакомпании, обязаны сдавать, им можно возвратить билет не позднее, чем за 24 часа, без потерь. Угу. Да? Помните, такие дружно бились за это? А как же? Помните, да? В результате российские авиакомпании хоть немножко, особенно лоукосты, повыпендривались, но продолжали это делать, принимали билеты обратно. А нероссийские авиакомпании дружно на это дело, простите за выражение, забили.
Сейчас будет происходить то же самое. Как вы, например, предлагаете запретить какому-нибудь Air France, или КЛМ, или Дельте для их пассажиров, если, напомню вам, борт воздушного судна, это их абсолютно территория, да, они с ней делают, что хотят. Как вы собираетесь запретить проносить? Или это будет касаться только российских авиакомпаний? Нет, что касается проносить, и сегодня правилами воздушных перевозок для всех это запрещено. Вы можете ехать на лететь на французском самолете, на китайском, на каком угодно, но вам не позволит служба безопасности аэропорта пронести с собой в предполетную зону какой-то естественно. Алкоголь. Угу. Вот и все. Не только алкоголь, воду. Дальше начинается история с duty-free, где его можно свободно купить. И вот у нас, скажем, зреет такое предложение обязать duty-free не выдавать пассажиру его покупку до приземления самолета. А вот тут я вас абсолютно могу даже поддержать, только в бизнес-классе не запрещайте, я поддержу любую вашу инициативу. Проблема-то в том, что если запретить вообще, Петр Борисович, вы же прекрасно понимаете, что это убьет duty-free в аэропорту. И, соответственно, аэропорт, который потеряет значительную часть дохода, просто будет вынужден переложить эти расходы на плечи пассажиров, увеличивая цену на билеты и так достаточно приличную. Понятно. Ну вот, а скажите, пожалуйста, вот что вы ответите пассажиру самолета, который летел, скажем, в Хургаду и... А вы заметили, что это, простите вас, Петр Борисович, большинство таких происшествий, они вообще в сторону Египта, и уж подавляющее большинство, исключительно на курортные направления. Да, это ну, так. Ну, давайте это именно так. Туда и запретим. Значит, Египет с Турцией, вылетает самолет, все, ребята, никакого алкоголя, а желательно посадить еще двух-трех вооруженных людей с автоматами. В качестве... Автоматы на борту воздушного судна опасны в любом случае. Я шучу, и Петр Борисович. Я понимаю, что вы шутите, но если были бы спецсредства типа там электрошокера, я думаю, это было бы у экипажа. Отлично. Я думаю, это было бы полезно. Это лучше, чем когда пассажиры вынуждены сами вязать там буяна. Почему? Это прекрасно. Теорию Дарвина никто не отменял. Перебьют идиоты друг друга, а мы останемся. Так мы-то вот в этой перебивке мы окажемся тоже участниками. Спасибо, Петр Борисович. А потом мы заложники всегда в таких историях. Напомню, с нами на связи был Петр Борисович Шерич, председатель Союза потребителей России. Спасибо огромное, Петр Борисович. А вернемся к серьезным темам. Кстати, запущу новую голосовалку. И вопрос тут же и к вам, и к нашим радиослушателям. Значит так. Значит, прежним все понятно. Так по-прежнему чуть больше 2/3 считает, что... Да, есть информационная и лоббистская война. Если вы считаете, что в первую очередь, вот внимательно сейчас сосредоточены эти вопросы, России нужен авиапром, а потребности авиаперевозчиков потом. 55-33, русская буква. Если вы считаете, что в первую голову нам нужно развивать российские авиакомпании, а авиапром российский должен быть на втором месте, 55-33, российская буква «Б». Поехали. Этот вопрос к вам обоим. Борис. Что должно быть приоритетным? Дешевая авиация, стимулировать покупку новых безопасных западных воздушных судин, длинные деньги, лизинг. Я все понимаю, но я скажу, возможно, мысль, которая здесь не очень популярна и немногими воспринимается, но я бы сказал, что это две области вообще между собой не связанные никак и относящиеся просто к разным секторам экономики. Одна относится к сервисному сектору, другая относится... А что тогда приводили все время нам, как только вот нам нужно развивать... Вы знаете, я не хочу никого обижать, но это просто вот эти разговоры про... авиационную деятельность, про авиацию в целом. Это, ну, либо люди просто необразованные, либо это преднамеренное передергивание. И я вам хочу сказать, что вот просто в дополнение к вашему вопросу про лоббизм и пропаганду, я хочу сказать, что российская авиационная промышленность, хотя и не выпускает самолетов, обладает колоссальным лоббистским потенциалом и его очень эффективно использует, о чем мы хорошо знаем. Вот тут, Борис, передергиваете. Нет, я не передергиваю. Потому что у нас есть еще военное авиастроение, которое вполне себе использует свой потенциал для того, чтобы лоббировать гражданскую отрасль.
Ну, я про войну не говорю, я говорю исключительно про гражданскую авиацию. И вот здесь потенциал колоссальный, начиная от бессмысленных совершенно упомянутых вами вот этих запретительных пошлин на ввоз западной техники, которые существуют уже 15 лет, не дают никакого результата, кроме... Не, ну частично их убрали же с некоторых типов, по-моему. С некоторых типов убрали, ну потому что это абсолютно бессмысленное дело и такое контрпродуктивное, что ли. Но возвращаясь, что ли, к вашему вопросу, в чем приоритет? Приоритет инфраструктуры и транспорта в большинстве классических экономических моделей, ну, практически безусловный. Угу. То есть вот в классических экономических моделях развития, не стагнации или удержания чего-то, а именно развития, инфраструктура и транспорт являются просто драйвером номер один. Ну, то есть движущей силой номер один. Промышленная политика – это немножко другое. И в рамках промышленной политики одна из отраслей промышленности, в данном случае авиационная промышленность, является, ну, что ли, таким одним из целого ряда компонентов. Потому что ты не можешь говорить о том, что я хочу иметь авиационную промышленность, но не хочу иметь металлургию. Или, скажем, промышленность материалов. Я согласен, но тем не менее нам противопоставляли? Ну, это ошибка просто. Это такая либо безграмотность, либо вот ну, такое... Ну, вот я и проверяю сейчас на практике. Да. Роман. Ну, это, я соглашусь абсолютно с Борисом, это как раз следствие лоббистских возможностей авиационной промышленности, но совершенно в этом нет никакой логики. Это абсолютно две разные отрасли, они не должны никак друг от друга быть зависимыми, и нельзя ставить вопрос или-или-или. Ну а как? Смотрите, кто будет закупать российские новые самолеты? Российская авиапромышленность. Российская авиапромышленность говорит, да мне их экономически даже то, что есть, закупать невыгодно, я закупаю себе «Боинги». В какой момент нам нужно остановиться, построить что-то новое, а дальше либо заставить, либо создать такие экономические условия, чтобы начали покупать? Новые, Игорь, Романа перебью, с вашего позволения. Давайте, только не сильно. Не сильно. Элементарнейший совершенно пример. Высокоорганизованные страны с очень четко сформулированной промышленной политикой. Япония, отродясь, не имела собственного авиапрома практически. И закупалась. Но об этом после выпуска новостей. Ну что, возвращаемся в студию. Это Игорь Виттель, это «Парадокс» с Игорем Виттелем. Телефон в студии 65-10-99-6 или на странице finam.fm. Пишите нам. Со мной в студии два эксперта по комитету по транспорту Госдумы. Роман Гусаров, руководитель «Аверу», Борис Рыбак, руководитель консалтинговой компании «Инфомост». Борис, простите, перебил. Ну, кстати, в Японии это авиапром был и есть. Просто он специфический. Опять-таки, военные Митсубиши, между прочим, Накаджима, Каваниши, и, простите за выражение, у них есть производитель с названием Йокосука. Я надеюсь, это они не Йоко Оно, но, тем не менее, самолетов у них хватает. Я хочу сказать, что есть более классические примеры. От того, что в Канаде есть компания Бомбардье, не означает, что все канадские компании летают на канадских самолетах. Абсолютно. Это в равной степени более даже справедливо в случае с Великобританией, которая, являясь членом консорциума Airbus, имела национального перевозчика British Airways, который летала не на Airbus. Исключительно на американских самолетах. Угу. Это, ну, еще раз хочу сказать, здесь возможны разные стратегии, но стратегия вот устроить такую братскую могилу, в которой умрут и авиационная промышленность, и воздушный транспорт. Это может только наше правительство. Это нехорошая стратегия, ее надо стараться избегать. Хорошо, Роман, соскакиваем с этой темы, потому что я вообще собрался начинать с другого, и хочу об этом поговорить, а времени почти не остается. Лоукосты. У нас опять на горизонте забрезжила страшная тесть лоукостов, теперь наши власти хотят это сделать, насколько я понимаю, на базе Аэрофлота. Уж хоронили мы с Борисом лоукосты, хоронили, глотки себе все сорвали, спорили, ругались, но к общему знаменателю не пришли. Однако я оказался прав. В России лоукосты оказались в настоящий момент невозможны. И практически все они, Борис, поправь меня, если не прав, умерли. Да? И Авианова, и Скай-экспресс, и все проекты. Причем так дышали. Ну и вновь забрезжила эта тень. Причем, насколько я понимаю, стучать по лбу тем, кто это придумал, говорит, ребята, нету ни инфраструктуры, ни ничего для того, чтобы работал нормально лоукост, у нас нету. Чего это они вдруг, Роман? Ну, я могу вас успокоить, лоукост России не грозит. Угу. Вот. И успокоить всех радиослушателей, по 500 рублей мы летать никогда не будем.
потому что этого просто не может быть. И я соглашусь и с вами, Игорь, и с Борисом. Тут не о чем говорить. Нет инфраструктуры, нет правовой среды нормальной, ни экономической среды для нормального функционирования лоукоста. Те меры, которые предложены, там ограничения по нормам багажа, не кормить, там невозвратные билеты. Ну, это такая, дать... на минутку подышать кислородной маской тут больному. А те люди, которые делали, они, предыдущие, да, я к ним с уважением отношусь, к некоторым из них, но они же, тем не менее, делали, да, какое-то время. Это что было? Наивность, идиотизм? Я бы сказал, авантюризм. Попытка развести учредителей, акционеров. Что это? Или все вместе? В чистом виде, на мой взгляд, авантюризм, это было... понятно и очевидно еще при старте этих проектов. Потому что лоу-кост в России в любом случае, в том виде, во всяком случае, ту бизнес-модель, которую они нам предлагали, калька западная, она не могла выжить. Борис. И сегодня, если мы можем претендовать на какие-то бюджетные авиалинии, то, скорее всего, да, реально, если будут предприняты некоторые шаги там законодательные, открыть некие дочки, может быть, того же Аэрофлота или вообще новые авиакомпании, которые будут летать по более низкой цене на определенных маршрутах, не по всей сети, не по всем маршрутам, а только на определенном, скажем, в европейской части России. Вот. Но, опять-таки, эта цена может быть, на 30% ниже, чем нынешняя, но это никак лоукостом назвать нельзя. И тут я делаю неожиданный финт в сторону, и когда до конца передачи остается не так много времени, поднимаю совсем другую тему. Борис, а можешь нам пустить на внутренний рынок зарубежных игроков? Это невозможно. Это абсолютно невозможно, потому что вся система международных воздушных сообщений построена... И сегодня таким образом, что это просто невозможно. Ни законодательно, ни с точки зрения ведомственных положений. То есть можно говорить о том, что это система двухсторонних межправительственных соглашений с большим количеством иностранных государств несовершенна. Она действительно не очень хороша, на мой взгляд. Но разрушать ее таким образом абсолютно невозможно, потому что воцарится хаос. Надо сказать, что в мире таких примеров нет. Может, мы хоть в чем-то будем первым? Нет, не надо быть в этом первым, потому что ничего хорошего это не даст. И самое-то главное, что я абсолютно уверен, что иностранные перевозчики на самом деле все, что им нужно, в нашей стране имеют. И сами не пойдут. И предполагать, что кто-то будет летать между Новосибирском и Красноярском из американцев, скажем, там, или, я не знаю, там, сингапурцев, честно говоря, наивно. А я бы полетал на сингапурцев между Новосибирском. Они бы не полетали. Роман, тогда возникает другой вопрос. Я же неспроста про лоукост спросил. Не только Аэрофлот там планы вынашивает, но, насколько я понимаю, там и Ryanair, и, не дай бог, EasyJet, они тоже нацелились вроде как летать не внутри страны, но, тем не менее, между Россией. Опять-таки, у нас зарубежные лоукостеры... Формально, но присутствуют, да? Присутствуют, да, Air Berlin, German Wings, да. На Норвегию у нас летают, да. По-моему, из Питера летает парочка компаний. Но я бы не назвал это просто лоукостом, да? Это как бы половинный лоукост, скажем так. Ну, это, я бы сказал так, это тоже некий такой инструмент всякий... Маркетинговый? Чтобы было понятно, да, и опять-таки возвращаясь к вопросу, почему нельзя допускать иностранные авиакомпании на наши внутренние линии. Дело в том, что наши авиакомпании экономически достаточно слабы. Мы сделали все, чтобы они были такими. Опять-таки, даже если взять вот хотя бы тот же авиапром, мы заставляли их многие годы летать на неэффективных старых отечественных самолетах, мешали покупать новые, современные. Они были всегда неконкурентоспособны по сравнению с западными. И сейчас они, конечно, экономически слишком слабые, чтобы противостоять западной экспансии. Допустим, мы завтра откроем границы и пустим сюда иностранные компании, произойдет следующее. Они просто за счет своей большей финансовой мощи, они будут демпинговать. И за годик-полтора-два просто разорят все наши авиакомпании, а потом их цены
вернуться на тот же уровень, что и наш, у нас. Потому что нам... они столкнутся с нашими реалиями. Я согласен. С нашим монополизмом везде и всюду. И аэропортовским монополизмом. И да. топливный монополизм. И во всем. И цены вернутся. Но мы лишимся просто собственной авиационной отрасли. А вопрос. Как бы нам все равно сделать так, чтобы авиабилеты на внутренние перелеты хотя бы для жителей, наших, для жителей нашей страны стали доступнее? Как нам возродить, Борис, структуру региональных перевозок? Я уж не говорю про то, что у нас были мелкие аэропорты чуть ли не на каждые, там, сколько, на 250 километров. Ну, региональные, когда действительно там кукурузники летали. Где вся эта огромная инфраструктура? Где она вся? И как ее возродить? И надо ли ее возродить? Ну, у меня очень скучный ответ на эту тему. Конечно, он никого особо не порадует. Нужно создавать благоприятную экономическую среду для развития транспортной инфраструктуры. Это отдельная задача, сопоставимая, скажем, с восстановлением или с возрождением авиационной промышленности. Такая программа национального масштаба. Это надо делать, потому что... У меня еще более скучный вопрос. Прости, я перебью. Вот сразу скучный такой вопрос. Оба комитета, эксперты комитета по транспорту Госдумы, да? Мы с Борисом вот этот вопрос о возрождении региональной авиации, не даст соврать, лет 10 так уже на пару муссируем, да? И не только мы, да? Его муссируют все вокруг, люди, которые хоть что-то понимают в авиации. Правда же? Угу. Да и вопрос вот с абсолютно чудовищными ввозными пошлинами. Значит, вы эксперты, да? Ваш голос, по идее, там должен быть во власти в Госдуме слышен. Однако наша власть практически все делает наоборот. По желаниям умных и профессиональных людей. В области авиации, конечно. Ни о чем другом пока не говорим, да? Как же это оно так происходит? То есть, либо это идиотизм, либо там есть люди, которым выгодно абсолютно другое развитие событий. Ваш вариант? Ну, если брать, как говорится, на нашу ситуацию, да, с одной стороны, вроде бы Дума становится местом для дискуссий, да? Mm-hmm. В отличие от предыдущего созыва. Хотя те решения, которые, я не говорю сейчас про авиацию, а в целом, mm-hmm. которые иногда предлагаются Бешеный Думой, принтер, да, да, они, конечно же, ну, не поддаются осмыслению. Но у нас, как мне видится, у нас просто серьезный перекос в сторону исполнительной власти. И у законодательной возможности очень крайне ограничены. И сегодня даже вопрос отмены пошлин, он зависит от правительства. Депутаты не могут отменить. Я понимаю. Просто у них нет таких полномочий. Но голос-то может быть услышан, да? Проще же все-таки через Госдуму достучаться до руководства страны высшего, которое может сказать в правительстве. Ребята, что вот там люди сидят, они что-то говорят, может их послушать? Может наконец услышать? Может они дело говорят? Вы знаете, многие, что приятно, сейчас многие мысли, идеи, правильные идеи, они как-то доходят до правительства, и оно действительно вдруг заговорило о том, что нужно региональные авиакомпании поддерживать. Давайте поможем им обновить парк. Есть плохая, неплохая, но хотя бы хоть какая-то программа субсидирования приобретения воздушных судов. Есть программа субсидирования региональных перевозок. То есть уже первый шаг сделан. Что-то было услышано. А насчет, почему субсидирование, вроде бы не рыночная мера. Но нам надо понимать, что, во-первых, во многих странах региональные перевозки субсидируются. И в США, так я не и против в Канаде. Этого. Я не против субсидий, я вообще за грамотную государственную политику. Где кнут, где пряник, где субсидии, где наоборот. Но только вопрос, опять-таки, вот Борис, мы же помним, да, прекрасную, ну, точнее, прекрасную в кавычках историю, топливный кризис, красноярские авиалинии, домодедовские авиалинии, все в топку, бац, будем создавать новые на базе них альянс. Иди, рифмовать только не надо. В глазах я этот ответ прочел. Но что бы я здесь хотел сказать? У правительства, очевидно, существует... Ну, опять же, это вопрос построения приоритетов. Очевидно, воздушный транспорт, который сегодня является, ну, вообще говоря, небольшой частью транспорта в целом, в число вот этих вот безусловных приоритетов, видимо, не входит. Я думаю, что этим объясняется. А зачем тогда заявлять было? Что заявляют? Что мы создадим авиационный альянс на базе этих компаний. Нам столько компаний не нужно. А сейчас мы из них вот что-нибудь тут слепим. Неэффективных выкинем. Эффективных поднимем. У нас будет новый альянс. Ну, попытка найти какое-то быстрое и эффективное решение.
А сколько у нас в правительстве или в той же Думе, извиняюсь, авиаторов, вообще людей, которые понимают что-то в этой отрасли? Если их там нет, то, кстати, 50 на 50 голосовал, кто-то считает, что авиапром в приоритете, кто-то в этом. Как интересно. Да, интересно. Да. Интересно. Вот, я к чему это все? Если нету людей в Думе, то пусть они хотя бы слушают экспертов. А если они не слушают экспертов? Я думаю, что слушают. Но это действительно вопрос приоритетов. Нельзя иметь в правительстве и авиаторов, и этих самых фармацевтов, и всех-всех-всех. А проще никого не слушать? Нет, но есть общеэкономическая модель, есть общеэкономические приоритеты. Судя по всему, и в Думе, и во власти приоритеты совсем другие, но об этом не в рамках передачи. Хотя авиация им, когда придется сматываться, видимо, все-таки понадобится. Но, видимо, частное. Об этом в одной из следующих передач. Напомню, у нас были Роман Гусаров, руководитель авиару, Борис Рыбак, руководитель компании «Инфомост», и я, Игорь Виттель. Услышимся завтра.